Везде холера, всюду карантины. И отпущенья в скорости не жди. А перед ним пространные картины, и в скудных окнах долгие дожди. Но почему-то сны его воздушны, и словно в детстве бормотанье вздор, и почему-то рифмы простодушны, и мысль ему любая не в укор. Какая мудрость в каждом сочленении согласной с гласной? Есть ли в том корысть? И кто придумал это сочинение? Какая это радость перья грызть? Быть хоть ненадолго с собой в согласии и поражаться своему уму. Кому прочесть, Анисье или Настасье? И Богу, Пушкин, все равно кому. И за полночь пиши, и спи за полдень, и будь счастлив, и бормочи во сне. Благодаренье Богу, ты свободен. В России, в Болдене, в карантине. Свобода, несмотря ни на что, то, что дает нам, наверное, «Открой рот». И за что мы ему благодарны. Как оказалось, уже 10 лет. Это такое счастье, что главный возмутитель спокойствия Михаил Валерьевич Фаустов придумал, сотоварища, соответственно, придумал 10 лет назад соединить совершенно несоединимые вещи. Лед и пламень, стихи и прозу, волну и камень, то есть книги и адреналин. Настолько несочетаемые, казалось бы, вещи, и оказалось, что они так шикарно сочетаются, и получилась такая аквавита, такой коктейль убойный, что вот мы им наслаждаемся и, надеюсь, будем продолжать наслаждаться. Мне настолько свезло с «Открой ротом» побывать в славном городе Париже, познакомиться с такими прекрасными организаторами, участниками, а через Михаила заочно с массой прекраснейших, интереснейших людей. И от этого так прет, и это такое счастье, это вот правда кайф. Но подставу с Марковым Аврелием, его письмами под обложкой Камасутры, я вам, Михаил, все равно не прошу. Я это буду помнить. Ну, это так. Есть, правда, что есть, что вспомнить. И это сделало, я надеюсь, меня богаче. И я бы хотела, чтобы это продолжалось. Поэтому вселенной «Открой рота» со всеми ее ответвлениями, побегами, сынками и пасынками. И Михаилу лично. Многое лето. Ура и виват!